Всім привітулечки. Я знову на нову почту, бачите? Собачки хочуть їсти, оліточки хочуть їсти. Так що отак. Дякую вам, що ви мені пишете, як ви добре всі розумієте українську мову. Тетяна, розмовляєте українською мовою. Дуже дякую. Але поки що буду і українською, і російською, бо я вже казала, треба, щоб мене розуміли. Так, зараз хвилиночку. Так, тепер поїхали. Треба, щоб мене розуміли. Не тільки українці. І, на жаль, українську мову далеко не всі розуміють. А російську так сталося, що більше розуміють. Ой, саме головне, треба навчитися думати українською, розумієте? Думати українською. Коли ти думаєш на російській мові, бо ти... Ага, мені вступає дорога. Думаєш на російській, це уявіть собі, що ви... Розмовляєте тільки українською, але ж знаєте російську? Знаєте. І ви розумієте, про що я розповідаю на російській мові. Але попробуйте самі побалакати російською. Ага. Все розумієте. А якщо починаєте балакати, кожне слово починаєш думати. Що правильно ти сказав чи неправильно. Так, як выяснила, кстати, переходим на русский. Выяснила, что у нас, оказывается, Укрпочта работает, ребяточки. И Укрпочта у меня недалеко. Если кому-то надо отправочки, и у вас работает Укрпочта, то пишите мне. На данный момент, оказывается, Укрпочтой удобнее отправить, потому что Укрпочта рядом. А на новую почту я еду в другой конец города. Но сейчас-то я еду в другой конец города, это понятно? Скажем так, мне по дороге ехать в другой конец города, потому что я еду опять к Вике. Там этих ее креветок. Воду поменяю, что-то сделаю, возможно. Ой, у нас прекрасный вечер. Боже мой, нету ветра. Ой, людей на набережной вышли, вышли люди на набережную. И это о том, когда говорят, знаете, опять перехожу, блин, с этой войной. Когда говорят, где вы были 8 лет? 8 лет мы защищали Донбасс. Наша ж Россия защищает, а мы Донбасс защищали. Но мы защищали, простите, свою территорию. Мы защищали свой Донбасс. И когда мне сейчас скидывают видео, вот там танк оттуда, бляха-муха, это капец. Так там же нету русских, откуда же они там взялись? Откуда там русские танки? Там русских нету, там же ЛНР и ДНР. Они же все воюют. Боже, включите логику. Вот сейчас, это огромная страна, монстр долбанный. Россия напала на Украину, и мы 19 дней сопротивляемся. Мы побеждаем, конечно. А где-то там кусочек Украины, Донбасс, если бы Украина хотела его такими силами, как сейчас делает Россия, завоевать, вернее, отвоевать, это несмотря на то, что оно наше. Господи, долетели бы... Пердели бы, переворачивались оттуда все. Мы хотели, но не за счет мирного населения. И не надо мне рассказывать. Мы не видели, мы не знали. А к чему я говорю, что мы делали 8 лет, мы не видели, как там была война. Сейчас у нас реальная война. В Харькове, в Киеве. С лица земли стерли наши города. А у меня на данный момент в Черкасах
Понимаете, да? И мы что сейчас делаем? Мы... Пропускает меня. Мы сидим здесь. Мы не бежим туда воевать, потому что нас туда пока что никто не зовет. А если позовет, побежим, конечно. Так, про хорошее. Сейчас у Вики буду продолжать выгружать холодильник. Когда еще они уехали, да, я говорила: Вика, я пойду у тебя выключу холодильник, вымою, нафига он там электроэнергию мотает. Но как заглянула в тот холодильник, а там же ж, боже ж мой, и мясо, и там какие-то рыба, и что-то замороженное, намороженное. Ну, ой, боже, времени у меня на это не было. Кое-что я, конечно, забрала из холодильника, а все остальное осталось. Там маслом. Красная рыба, точно знаю. В общем, сейчас я это буду продолжать выгружать из холодильника. Может, за третьим заходом, когда уже будет там пусто, я таки выключу этот холодильник и помою. Но надо как-то заставить себя поехать днем. Я что за целый день то с собакой, то эти улитки времени занимают, это просто. Вот если ваш ребенок все время сидит в компьютере, и вы его не можете оттуда оттянуть, купите ему улиточек, штук 5-6, и расселите их в 3 контейнера. Будет что делать, я вам уверяю. То какашки, то еда, то еще что-то, это ужас. Хоть они, конечно, и прикольные, если с ними еще там и достаточно времени, чтобы с ними еще поиграть. Я, конечно, с ними не играю, честно вам говорю. Поначалу было, боже мой, я с ними общалась, и все, и на лицо садила, и на грудь садила, и косметологией занималась. И, кстати, очень даже хорошо, а кто, у кого есть улиточки, пробуйте. Сейчас нет, вообще нет. Я заставляю себя с утра накраситься. Говорю: Таня, ты женщина. Что бы там ни было, внешний вид прежде всего. Ну вот, масочки и улиточек. Нет, заставить себя не могу. Все это мы будем делать после победы, которая уже не за горами. Вот так. Ой, господи, як я всіх кохаю. Ой, нам Сашин сын в Нью-Йорке. Каждый день нам звонит, каждый день. У него мама, ну, она же много лет жила там с ним в Нью-Йорке, а, ну, года 2, наверное, она как приехала, ну, у них тут наследство что-то там делили с братом, я не вникала особо. Ну, в общем, у нее сейчас квартира в Киеве. Она вообще, понимаете, да, сын в Нью-Йорке, у нее гражданство Америки, гражданство. Она может развернуться и уехать. Все, запросто, без проблем, к сыну. Точно так же, как и Саша может и меня к собой забрать. Но нет, она в Киеве. И вчера нам говорит: мама, все, уже дома не сидит. Как я ее не уговариваю уезжать, она говорит: нет, 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 я здесь нужна. Разбирает завалы, помогает коммунальщикам. В общем-то, молодец. Вот так. Нет, много лет я провела, как говорится, на чужбине. А сейчас я в своей родной стране, и эту страну буду защищать как могу. Это как я все время говорю о том, что всегда есть что делать, чем помочь. Не обязательно воевать. Есть и другие способы. Ой, сегодня, боже мой, слушаю вот это дизель-шоу. Дизель-шоу забыла, как лысый, короче. Тоже вот говорит: ну какой из меня воин? Я, ну какой? Никакой. Ну чем могу? Я это вспомнил, что я же юморист. Ну все это, все, надо людям поднимать настроение. Надо, хватит сидеть тут, нос опустил. И давай там всякие частушки, прибаутки, Путин, оно и так далее. И действительно,
действительно как-то настроение поднялось. Вот все, каждый должен заниматься своим делом. Военные воюют. Мы, как говорится, чем можем. Все будет Украина. Так, вы заметили, темнеет, да? Я выехала, было еще светло, а уже темнеет. Так что все, машинки снимать не буду. Приеду к Вике, может быть, там у нее что-то интересное. Хотя что-то может быть интересное в пустой квартире. Ладно. Посмотрим. А вдруг? Я уже у Вики. Что я делаю? Что я делаю? Я несу воду. Я такую банку отобрала у креветок воды. А теперь туда долью банку воды. Так, креветочки, кукусики. Так, смотрим. Вика говорила, они тут своей жизнью живут. Угу. Вон там. Это что такое? Мне кажется, что это рыбка какая-то, креветка. Или это такие креветки? Честно. А, ну да, креветка. Ого, так она не такая маленькая. Понятненько. Креветочки. А, кстати, канал Jazz Lipets. Пока что ж Вика ничего не снимает. Подписывайтесь на канал Татьяна Черныш. Здесь у меня будет и Тошек, и Викины креветочки. Ну, честно говоря, больше я как-то и не вижу креветок. Вот это одна такая большая плавает. Ну, может, они где-то зарылись? Ладно, сейчас я им долью воды. Раз они живут тут своей жизнью, пусть живут. Опа! Так. Баночку отобрали, баночку налили. Вот. Так, Вике покажу. Надеюсь, я все правильно делаю. Так, ну что там, я креветок не разбудила? Что-то тут такой зеленое что-то. Это с той стороны, наверное, его мыть все-таки как-то надо. Или не надо. В общем, аквариум живет своей жизнью. И я не буду ему мешать жить своей жизнью. Только тебя мне и не хватало, аквариум. Ладно, все. Следующим этапом холодильник. Холодильник. Вот зачем замороженные бананы, я все-таки так и не поняла. Надо будет у Вики спросить, это же явно вот бананы, да, замороженные бананы. Так, здесь у нас рыба, опять-таки, куда мне доставать рыбу, когда мне свои полно. Значит, что? Это что? Это что такое? Швидко размороженный. А, понятно, листья. Листья тоже я их сейчас никак забирать не могу. Так, это я делала. Зелень замораживала. Это опять рыба. Все, я с морозилки ничего забрать не могу. Вот это что такое? Вот это вот ягоды какие-то. Так, хлеб. Хлеб. Хлеб забираем. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Вообще непонятно. Эх. Да, ну ладно, это какой-то, наверное, куриный жир. Ладно, заберем. Что у нас тут еще? Алоэ, наверное, это. Наверное, это алоэ. Нет, какие-то листики. Ну ладно, сейчас разберемся. Пакетик, листик. Вот это что такое? Это облепиха, я так думаю. Ну да. Так. Ну, это мне вообще очень интересно. Это просто очень интересно. Сейчас мы развяжем, посмотрим. Это кусочек сала. Сало тоже убираем.
Так, здесь у нас что? Здесь у нас что? Сейчас посмотрим. Ну, самое интересное мне, что это? Какие-то кубики. Почему они в морозилке? Ого. Ладно. Это я у Вики спрошу, что это. Пока положу обратно. В мешочки. А это еще что? Это, наверное, Артему складывалось. Какие-то остатки сала. Понятно. Ну, судя по холодильнику, Вика уезжать не собиралась, потому что были закупки. Это масло. Это масло. Это паста. Чего-чего-чего? Паста фундука. Фундука. Ну, не знаю. Ладно, будем консультироваться с Викой. Ой, Вика, наверное, не получится у меня выключить холодильник, потому что я совершенно не понимаю. Тут какое-то варенье, что ли, или что это такое? Это на хрен похоже. Тоже какое-то варенье. Пасты, боже, боже. Не, ну вот это, конечно, все я позабираю. Тут капуста, тут надо выбросить уже остатки этой картошки. Ой, вот это вот. Ой, как оно? Я даже не знаю, как это называется. Здесь вон. В общем, да, морковка. Короче, без Вики я не разберусь. Буду ей показывать. Ну, все, это я все заберу, конечно. Оно пропадает в холодильнике. Остальное поставлю. Все вот эти вот баночки, короче, я оставляю. Ага, тут вот еще патчи под глаза, ну, явно. Так, Викуся, я думаю, что этот холодильник еще тебя дождется. Юми, привет. Привет. А то я всех показываю, как я люблю Тошечку. А Юмичка вот такая вот бегает. Вот она в дырочке, ей нравится. Мордочку в дырочке засовывает. Да. И побежали в колечко. И побежали. Нет. Нет. Ты красотка. Ну, дырочка там, да. Что ж так дырочки-то нравятся? Видите, там вот такие дырочки. Да, туда носик засовываю. Там что-то выгрызает. Смотри, еще какая. Да? Ты красотка. Красотулька. Ты ночной зверек. Почему ты бегаешь по утрам? Юмичка. Ты такая красоточка. Да, такая классная. Сейчас я тебе кушать дам. А кто волнуется за Тошечку, смотрите, все у него хорошо. Повеселел. Все нормально. Я ему тут баррикады строю, чтобы ему тут удобно было. А он облюбовал, вон, смотрите, где. Парапет. Вот, вот там он облюбовал. Там можно что-то поклевать. Это с его клеточки сыпятся зернышки. Да, и вот там вот можно походить, позаглядывать. Ну и главное, вот стекло. Говорят, не надо ему зеркало. Ну, а ему нравится. Ну, нравится во все эти дырочки заглядывать. Да, еще вот он грызет уголок, видите? Вот. Ну, зачем это надо грызть? Ох, и Тоша, ты ж не собака. Зачем ты это отгрызаешь? Ну, то видишь, там у тебя это стеклышко, и там себе гуляй. В общем, Тошечка уже веселенький, все у него хорошо. Так, Вика мне сказала, поставь водичку. Я не забрала его, эту купалку. Ну вот, поставила водичку в тарелочке. Может быть, он сейчас будет купаться. Да, песни петь и купаться. Давай, Тошик, давай. Давай, Тошик, водичку. Давай, будешь купаться. Ну все, уже летать начал. Вот уже приспособление все. Может, тебе сюда водичку поставить? Ой, Тоша, носик чист.
О, перышки чистят. Класс. Сейчас я тебе водичку поставлю. Сейчас. Все, поставила водичку. Вот, Тошик, я сейчас уйду даже, чтобы тебе не мешать. Купайся. Давай, иди купайся. Кэти внимательно слушает новости. Вот так вот. Ну, вот такая удобная поза у собаки. Она не одна, она с Сашей. Кэти, ты слышишь? Воздушная тревога. Слазь с окна. Все, давай, окошко закрываем. Слезай. Вчера у Вики позабирала бурячки, видите, вот уже отваренные. И будет у меня сегодня салатик с орехами и с черносливом. Вот. Вкусный будет такой салатик. Вот как может быть вот так вот удобно. Вот сижу, не шевелюсь. Собачке так удобно. Спит. Ну, а здесь у нас все с завидным постоянством. Копаем, писаем, играемся колечком. Да, сейчас буду кидать, буду. Вот так вот колечко. Побежали. И копать, и копать, и закапывать колечко. Хвост отвалится. Ну, как вы поняли, мы гуляем с Катюхой на улице. Она у меня, он там бредничает уже, на кого-то гавкала. Тут заброшенный такой детский садик. Вот там вот. Руины, руины. Нет, не там, не видно, вон. Ой, солнце в глаза. Ну, в общем, мы здесь гуляем. Сейчас, наверное, возьму на поводочек и пойдем куда-то на набережную. Дышать воздухом. Мы с Кэти пришли домой. И что мы делаем? 23 числа я получила вот эти вкусняшки. 23-го. И до сих пор я не могу их открыть. И посмотреть все-таки, что там, Кэти. Я тебе сейчас нос порежу. Что же все-таки мы тут назаказывали? Вот те самые полезные вкусняшки. И сейчас мы с Кэти это будем открывать. Да. Вот как-то было все время не до этого. Каждый день я собиралась. Каждый день. Так, Кэти, подожди, подожди. Наверное, там все-таки что-то вкусное. Так, подожди, дай ты мне сейчас очки раздушишь. Стой. Я тебе сейчас что-нибудь дам отсюда. Подожди. Это ж можно выдержать эту собаку? Она уже вся в коробке. Это я буду доставать эту. Я буду... Ужас. Я сейчас что-то достану. Сядь. Сидеть. Все, сидеть и ждать. Нельзя ждать. Ждать, сказала. Кэти. Получишь. Нельзя. Вот. Так, подожди. Подожди, сядь, сказал, жди. Вот смотрите, у них логотип. Вот. Если нам это понравится, я вам буду тоже рекомендовать. Так, тихо. Кэти. Сидеть. Сидеть. Ухо. Кэти, на ухо. Хочешь ухо? Да? Хочешь ухо? Ну, бери. Все. Здесь. Можешь здесь грызть. Ну, все, теперь она грызет ухо, а я смогу показать, что тут еще есть. Так, ухо. Ага, здесь должно быть что-то, наверное, написано. Да, вот такая косичка. Кстати, я тебе буду все давать, да, а ты выбирай себе, что понравится. Давай, на, косичка. Так, здесь еще такая, ого, трахея, я так понимаю это. Но здесь вот ничего не написано.
не подписаны. Кэти понравилась косичка. Я не знаю, что это за косичка еще. Я думаю, там какое-то описание должно быть. Что, ухо не прокатило, да? Ухо классное. Супер. Так, ты давай вон косичку жри. Так, еще раз хочу показать. Вот, смотрите, логотипчик вот такой вот. Вот. Ну, Кэти, косичка очень нравится. Я с ними созвонюсь, спрошу, что это за косичка. Так, что у нас здесь есть еще? Рубец говяжий. Рубец говяжий. Рубец — это что такое? Это желудок, да? Упаковки классные вообще. Супер. Так, вы понимаете, да, это по Украине, конечно, отправочки. По Украине. Так, легкая. Вот, кстати, легкая — это очень удобно, потому что легкая такими кусочками. Вот, Кэти, а ну на. Катюнь, на легкая. Вот. Нет, там такая косичка. На легкая, говорю, попробуй. Класс. Легкая пошла. Ой, спасибо, боже, ребята, это вообще. Так, мне надо что тут мелко читать, что здесь еще написали. Сейчас мы все это дело почитаем. Так, ну что тут могли написать? Лакомство для собак, понятно, подписано, легкое. Класс. Так, дальше выкладываем сюда. Так, да. О, вот, слушайте, я, конечно, тут назаказывала. Шейка куриная. Супер. Шейки куриные. Слушайте, это все готовится, в общем-то, практически в домашних условиях. Высушивается. Вот. Да? Класс. Так, Кэти, я тебе еще и шейку дала, но ты... Боже, что же это за косичка, интересно? Это что-то такое там у тебя вкус? Не-не-не, ты косичку жуй, у тебя есть еще. Она ее уже сожрала. Видели вот эту всю длинную? Вот как можно этой собаке что-то давать? Так, что-то такое черное. Печень говяжья. Кусочки печени. Все очень классно упаковано. Так, если кому-то интересно, пишите, пишите. Мы оставим ссылочку на магазинчик. Ну, в общем-то, это класс. Так, что здесь? Бумага. Ну, это, естественно, это что тут уже было замотано упаковка. Так, Кэти, я тебе могу дать еще, знаешь, что попробовать? Так, стой, сядь там. Да подожди, подожди. Убирай, убирай мотик. Так, Кэти. Нет, я бы тебя отломала, но не ломается. Нет, не ломается. Так, подожди, шейку хотела тебе дать. Вот, шейка есть. Так, все запечатанное, не получится. Вот пока я не дам, ты сама ничего у тебя не получится. Зайчик. Вам не видно, зайчик? На, зайчик. Все. И мотает его. В общем, я очень довольна, очень. Это просто... Надо будет еще снять в Инстаграм и показать вот эти вот все вкусности. Это, конечно, да. Это, конечно, да. Ну, я думаю, что это должно быть собакам рассчитано надолго. Вот, вот видели, какая косичка была? Вот такая. Ну, вот этот трактоед, вот... Кэти, я тебе дам еще ухо и все. Ухо забирай. Все. Только ухо. Нет, ухо тебе не нравится? Это твои проблемы. Больше все. Больше нет. Нет. Так, на этой веселой минуточке я заканчиваю свой влог. Да, я болтала, кстати, с девчонками. Долго болтали с девчонками, они все время едят.
Это нервная. Обжорки две. Так, Кэти, Кэти. Вот, смотрите, вот явно, явно не понравилось. Ну, может быть, оно будет долгоиграющее. Может, ты его будешь просто там не играть. Вике показывала Тошечку. Тошечка уже вы видели, да? Он уже у меня тут нормально все. С Юми все хорошо. Улитки живут как ненормальные, растут как ненормальные. Ребяточки, ждем потепления. Только будет потепление. Мне писали, хочу улиточку. Хоть по 10 штук буду отправлять. Жалко заморозить. Улитки бомба. По-другому не могу сказать. Так что будут улитки, на всех хватит. Все. Всех люблю, всех целую. Вика у себя закрыла комментарии. А я безжалостно удаляю. Вот и все. Так что, ребяточки, вот кто недоволен, кто пишет, ты старая дура, пожалуйста. Ну, не заставляйте меня вот так безжалостно вслед за русским кораблем. Лучше сами. Ну, самому ж приятнее, да? Вот я не хочу на нее смотреть, на эту дуру, не хочу. И отписался. Ну, давайте так будем делать, давайте. А Jess Lipets, наоборот, подписывайтесь. Потому что, как видите, все животные у меня. И все будет здесь, как говорится. Который раз я говорю пока. Пока. Люблю, целую, Таня. Все как всегда. Ух ты! А когда кнопку дают? На 100 тысяч подписчиков. Ого, ничего себе! А, я хочу, 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 хочу 100 тысяч. Подписывайся на канал Татьяна Черныш. Жалко, еще одной любимочки нету, пообнимались бы втроем. Подписывайтесь на канал Татьяна Черныш.